Вот, Катенька, у них распределяли путевки на работе. Они тянули жеребий и шляпы. И скепки, Раечка. А, и скепки. Раечка. Перестань. Трое вытянули море, Сочи, Гагры, Сухуми. А он вытянул вершину. Перестань. Так все будут отдыхать, как нормальные люди. А мы будем лазить по горам. Раечка. С моим давлением. Раечка, ничего уже нельзя было перетасовать. Да, у тебя тасуй, не тасуй. Катенька, в прошлом году он вытянул каракумы. Господи, мне до сих пор скорпионы снятся. Раечка, ну успокойся.